Да, там. Ля Страда. По нашим дорогам. Ля дорога. Побьются все нам. Ля дорога. Ну это растащил называется. То есть чуть-чуть он. Где вы перекинул хорошо? Не-не, все. Розыгрыш весь был отличный. Просто ваша центральная стойка. Когда вы встали в центр, Костя уже бил. То есть он чуть-чуть опередил, чуть-чуть делал быстрее резче удар, и вы не успели с гардинир. Ну как бы вот он переиграл ее. Надо понимать, чем он переиграл. Он переиграл за счет скорости, за счет того, что вы не успели. Если бы вы сделали все это быстрее, вы бы успели и продолжили розыгрыш. Но вот он переиграл вас вот этим. Значит, следующий раз что? Нужно стоить сделать быстрее, да. Только что мы работаем. Хлоп, диагональ бы сейчас. Да, повернуть и все. Разножки. Разножка, разножка, Олег. Ну и в конце кисть. Хорошо, сделали, но не доделали. Разножку сделали, а руку бросили. Надо было кисть ее туда направить получше. Очень сильно боком встали, а Костя сделал почти то, что мы работали. Не зашли, не сделали разножку, не сделали шаг, ничего не делали. Они же здесь Thank you.
А зачем диагональ еще раз? Ну да, вы же повторяете комбинацию. Ну как бы можно, но так себе. Ух ты, ё-моё. Не, оба молодцы. Оба молодцы. Хорошая физика, чтобы это сделать. Поэтому... Опять же, ну, если там стоит профиль, точно нет. Ну, не то, что бессмысленно, плохо. Если там стоит любитель, и... Еще раз, если там стоит профиль, то плохо. Очень медленная подача, да, и надо было дойти пешком.
надо найти удары достаточного качества. Ну, можно было, почему нет? А дальше что? Просто в диагональ дальше. И что? Зашел, развернулся. А я что, блядь, Yeah.
Четвертый.